Далее погода. У нас для вас хороший прогноз. Всем привет, расскажу о погоде. В Норильске облачно с прояснениями, без дождя. Температура воздуха плюс 8, плюс 12 градусов. В Сочи также облачно с прояснениями, осадков синоптики здесь не обещают. Температура воздуха плюс 23, плюс 28. Жарче всего, как мы уже привыкли, в Москве. Здесь до плюс 34 градусов при абсолютно ясном небе. Что у нас? В Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 27, плюс 29, жарковато. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 16. Ветер западной четверти, скорость его небольшая, до 1 метра в секунду, и это практически полный штиль. Пить больше жидкости в жару – совет хороший, актуальный. Только вот как быть тем, кто воду не очень любит? Пейте квас – натуральный и вкусный зеленогорский традиционный. Утоляет жажду и дает энергию. А весь ассортимент зеленогорских напитков вы всегда найдете в сети фирменных магазинов зеленогорского завода «Зелень».